Сестрорецк наступающий праздник встречает с музыкой. На сцене Большого зала кинотеатра «Курортный» состоялся концерт воспитанников детской музыкальной школы номер 20. В канун главного зимнего торжества ребята пригласили гостей и вместе с педагогами представили праздничную программу «Новогодний звездопад». Мы всегда ждем чудеса в это время года, в преддверии чудного Нового года. Заметили еще, когда особенно морозно, звезды на небе светят ярче. Они как будто смотрят на нас и думают, может быть, нам стоит погостить, спуститься на землю, посмотреть, как там люди живут. И действительно, некоторые из них падают на землю, а мы загадываем желание. Музыкальное поздравление для горожан является доброй традицией сестрорецкой школы. События, которые проводят учреждения на разных сценических площадках нашего района, всегда открытые. И адресованы они всем любителям музыки. Новый год – это особый праздник, его отмечает весь мир. Всеобщее торжество принято проводить в приятной компании семьи и друзей. Поэтому и на новогоднем концерте главные гости – родные и близкие. А вместо сольных партий сегодня звучат исключительно ансамбли. Художественные руководители музыкальных коллективов представили с ребятами классические и джазовые произведения, а также исполнили музыку из известных советских кинофильмов, мелодии которых всякий раз особенно приятно услышать в дни зимних праздников. В новогоднем звездопаде принимали участие музыканты от самых юных до выпускников, а над программой работали всем коллективом школы, дополнив живую музыку художественным сценарием и видеорядом. Итак, подарок для горожан стал как красивым по своему музыкальному содержанию, так и нарядным по своей форме. Музыкальная школа номер 20 является одним из главных творческих центров курортного района. Ее работа всецело посвящена тому, чтобы развивать в детях таланты и давать им возможность проявлять себя. На сцене эти ребята музыканты, но в первую очередь они все же дети. И в эти предновогодние дни они вместе со всеми очень ждут праздника. Поэтому концерт не мог пройти без участия Деда Мороза, а он, в свою очередь, всегда приходит с подарками. Счастье, чтобы все мечты сбывались. И чтобы все было хорошо, как задумано.